кто наряжает нашу елку? Ответ на такой вопрос, пожалуй, заинтересует не только малышей, но и нас, взрослых. И чтобы в каждом доме в праздничный вечер зажгла свои огни красавица елка, чтобы порадовала нас нарядом, сотни людей приложили к этому свое мастерство, выдумку, фантазию, немало труда. Ведь каждая игрушка рождается из огня. Эти кадры мы снимали на Клавдиевской фабрике елочных игрушек. Обыкновенные стеклянные трубочки-заготовки прямо на глазах превращаются здесь в яркие звезды и шары, забавные фигурки птиц и зверюшек. 3000 мартышек и медвежат делает за несколько часов этот автомат, а игрушки более сложной формы, скажем, вот такой самовар, готовят мастера стеклодувы. Потом шары, сосульки, колокольчики отправляют в живописный цех фабрики. Легкое прикосновение кисточки, и зажигается огонек на елочном фонарике. Покрываются снежинками серебряные колокольчики.